Если взрослые спортсмены годами учатся контролировать свои эмоции, то здесь все наоборот. Спорт как праздник среди своих самых лучших друзей. Тут все первые и готовы рассказать о себе и своих планах всему свету. Вот так себе представляют настоящую спортивную жизнь участники сегодняшних соревнований. А здесь действительно все. И иначе быть не может, если тебе 5-6 лет. Вихрь эмоций и азарта. Это еще только спортивные азы. Проба сил и пристрастий. Тут больше фантазий и искусства. Но кое-кто уже показывает отличную спортивную выучку. А когда вы научились? Мы научились на танцах и гимнастике. 4 лет колесо научилось. Вы будете гимнастками? Да. Мы будем спортсменками. Это танцевальная группа из детского сада номер 27. Он так и называется. Радость. Других эмоций тут не знают. Хотя не у всех все так уж и получается. Бывает, что и мимо цели летят мячи. В соревнованиях в этом году принимали участие 51 детский сад. Сегодня мы присутствуем на финале с 6 сильнейших команд. Тех ребят, которые добились права участвовать в финале. Они показали самые лучшие результаты. И поэтому они сегодня борются за звание лучших детей-спортсменов на территории городского округа Мытища. Конечно же, вы видите, это как праздник. Ребята и соревнуются, также показывают выступления свои творческо-спортивные. А церемония награждения – это самая волнительная часть праздника. Ведь это первые медали, первые кубки, грамоты, призы. Всего так много, что впору растеряться. Но в этот день проигравших просто нет. Для нас самое главное, чтобы спорт был массовым, чтобы каждый ребенок мог себя проявить в различных спортивных соревнованиях, мероприятиях, занятиях, чтобы спорт приносил ему радость. Ну а это уже исторические кадры. Остановись мгновение. Победители и участники спартакиады дошкольников 2017. Первое место досталось детскому саду 66, команде «Непоседы». Вторые – «Почемучки» из детского сада 57. А третий – детский сад 69, «Золотой ключик». Спартакиада завершилась триумфом детского спорта. А вот уж кто действительно счастлив без меры, так это родители. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».